приветствую вас на канале Asma Dayplay. Сейчас мы поездим немного на мелкотравчатых танках третьего уровня. Ну и, так скажем, почему-то у меня карта не меняется. Какая битва, уже карта не меняется. Что ж, будем надеяться на лучший исход, потому что тройка против четверки не всегда тащит. Да и у меня танк не особо мощный. Ну и компания не особо умных. Так что ничто не предвещало беды. Была пятница 13. Кстати, а сегодня у нас... Нет, уж показалось пятница 13, думал, действительно. Ну что ж, кто за мной? Т-70. Ну, я что-то сомневаюсь, что они поедут. Эти же уроды не прикроют, не подсветят. Будут ждать. Чего ждать? На кого надеяться? Вот я на них не надеюсь. Ой, походу я дело помру смертью храбрых. Если эти уроды... Не, они даже и не доедут. У меня тут уже бой будет вовсю. А они даже и не покажутся. Ну, давайте посмотрим, кто нас встретит. Вот она, делегация. На. Так. Бояться-то он боится, но... Сейчас как поймет, что у меня поддержки нету, нахрен они все повыскакивают. Все толпой, давай. Вот он. Никто не стреляет по нему. Вон я смелел. Вот про что я и говорил. На, ну хотя бы так. Вот так хотя бы. Давайте хотя бы подстрелите ему жопу. Пробейте его. Все, разобрали. Итак, покатаемся на американцы. Вот тут, кстати, что интересно, я думал, у него всего два заряда. Оказывается, у него один заряд по 4 патрона. Да, пробивной способностью, конечно, не отличается. Да, как отвлекающий маневр больше. Потому что заряжается долго. А урон, не сказать бы, что он критичный такой был. Мы поедем сейчас вправо. Прямо не поедем, прямо у меня скорость не та, чтобы ехать на опережение, позицию занимать. А в городе без меня и так шухера будет. Давай. Помогай мне. Дебил, я говорю, помогай, а не бортуй. Ну ты чухан. Смотри себя на ютубе. Уродец. А, без меня так не хочешь, да, ехать? Ссышь, козлина. А под ногами путаться так не ссышь. Ну ничего. Главное, чтобы ты полезен был. А уж там разберемся. Давай, только не ссы. Нападаем на них. Вот так. Сейчас. У меня второй залп же еще есть. Че ты? Че ты расстраиваешься? Кто там? Вот он. Блин. Вот, вали его, вали! Вали! Дебил! Он со своей бабахой тебя сейчас разберет здесь нахрен. Блин, и меня гусеницу достали. Сейчас вся надежда, что он бочину свою подставит. Такой же. Все, разобрали. Но мы не теряем надежды. Но у нас, правда, и осталось-то 1,5 землекопа от нашего воинства могучего. У нас даже арта есть. На кого же ты нацелился? Давайте скройте эти подлые сущности. Вроде как был захват, производили. Вот этот Франц пока доедет, бой уже кончится. Скорость как у Мауса.
Хотя, может быть, и меньше. Не, у Мауса может быть меньше. Он там реально пока доедет от одного конца до другого, там уже и бой закончится. Ну, куда? Куда ты едешь к америкашке? Если он тебя пробьет, он тебя разберет. Хотя я в прошлый раз француза пробить такого не мог. Рикошеты одни. Уж больно гадкий он. Давай. Зато у тебя урон хороший. Урон хороший, глаз кривой. Косой. Давай. Две арты осталось, и танчик. Бах. Бах-бах танк. Давай. Это бои-то мелкотравчатые. Кого вы друг друга жалеете тут? Вот. Давай, не попадись только к нему. Он перезаряжается, у него перезарядка долгая. Если он разрядился, то все. Можешь гасить его там на секунд 15. Он, по-моему, перезарядка. О, ну сейчас-то уж, да. Ну и... Вы прямо-таки прямолинейные, я вам скажу. Давай, второй. Победа! Что скажем, неплохо. Ну, неплохо. В плюсе немного есть. Так, следующий мелкотравчатый у нас. Так, где-то у нас. Вот, кстати, непонятный хрен. Вот это вот. Потеха. Ну, давай зарядим. Итак, против пятерок выступаем. Шансов вот на этой вот тарантайке шансов нет. Вот сушка впереди. У нее все шансы есть. А у меня это без шансов, это просто самоубийство. Вот. О, так у нас две сушки. Вот. На них вся надежда и будет возлагаться. Ой-ой-ёшеньки, ой-ой-ой. Ну, вы-то у меня в ангаре прокачанные десятки стоите. Обе. А вот это вот хрень премиальная. Господи. На кого ты рассчитана? Вот среди трое кататься, да. Но не более. Так. Где мои кусты? Если нас ничего не защищает, сделаем защиту сами. Так, и кого мы тут видим? Наблюдаем. Вот здесь вот, скорее всего, не будет. Так только это бесполезно. Если я гусли им собью, то ладно. Где ты? Я пришел за тобою. Ну ты мне хоть навстречу выйди. Человече. Да, так стоять тоже не айс. Вот 67-й тут стоит. Че ты стоишь? Ты же хорошо пятерки разбираешь. Черчилля можешь подобрать неплохо. А Матильду Т-28, да тем более. Пробивная способность у тебя хорошая. Давай-ка. Обозначим свое присутствие. Господи, одни ветки, листья, мусор. Опа! Вот оно, вот оно. Вот оно, оно. Меня обнаружили. Меня увидели, заметили. Да, вот только насколько далеко. Вот по этим кустам то еще не настреляешься. Ну, в ответочка, как в копеечку. Пусто, чтоб им было. Вот они, они. Вот они, мелкотравчатые. Давай, перезарядка. Вот эту пятерку я могу даже не рассчитывать. Стой.
И снова. Снова здорово. Кого-то подсобрали из наших. Да. Какое за место у нас? Неплохо, неплохо. Собирают, собирают. Давайте. Еще немножко. У кого терпения больше? А терпения у меня практически не бывает в этом отношении. Особенно на мелких. Охота на тараканов — это всегда муторно. Были бы большие особи. И знал бы я, что могу их пробить. Тогда да. Да? Да. А так нет. И они не покажутся, и я не поеду. Давайте. Вот. Сейчас и КВ. Первые тоже попадают под замес. Я сейчас уже не выйду отсюда. Все, хватит, по мне пострелялись. Опа, опа, замес. Ругань, бой. Сейчас другие в бой пойдут, поймут, что там уже прессуют, и все. И в бой пойдут. Линия-то смята. Осталось двое, трое. Кто им противостоит? А, оскорбление. Вот так пошли. КВ-1. Все на тебя. Все на тебя. Что ж ты такого сделал-то, гадкого? Что они не взлюбили тебя? На КВ, Черчилль. Черчилль, ты не выстоишь. А нет, это не Черчилль. Кто там крутится-то? Курхи, крухи, хрен выговоришь. Ох, 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 ох. Ты-то куда? 67-й. Так. Показалась первая мишень. Попадание — это попадание, мне еще и пробитие бы неплохо бы было бы. Вот так. Так, теперь 67-й за тобой охота будет вестись, я так понимаю. А ты потихонечку, помаленечку утекай. Скорости тебе хватит. Я помню, я тебя держал вообще как просто как скоростной, как светляка. Уж больно шустрый ты был, хрен остановишь, вместе с полтинником. Ты полтинник, елка. Вот у вас трое было. Сейчас порезали, да, конечно. И осталось-то всего ничего. Где ты? Сушка сбила. Скорее всего, так. Подобьешь еще его? Отбей. Блин. Придется помогать. Ну как помогать? Мне уже придется обороняться, а не помогать. Самоубийство. Это не для нас. Мы сейчас будем вот этот. Ой-ой-ой-ой-ой. Я не успеваю развернуться. Не успел. Ну и ладно. Подписывайся на мой канал, ставь лайки и увидим следующие бои мелкотравчатых. Пока.